обрабатывать салон автобуса дезинфицирующими средствами. Это ежедневная обработка. И рекомендация межрейсовый промежуток, то есть когда он остаивается на конечной остановке, также уделить 3, 5, 10 минут, все зависит от интенсивности данного маршрута, по проветриванию. И в большей вместимости мы производим обработку 2 раза в день, все остальные автобусы 1 раз в сутки, 1 раз в день. Вот это.